Парк «Металлург» после капитального ремонта. На территории в 6 тысяч гектаров еще с советских времен растут более 2 тысяч многолетних деревьев. В ходе реконструкции были высажены дополнительные 2 тысячи молодых саженцев, 2 тысячи роз, 41 тысяча квадратных метров газона. Тень – спасительная прохлада. Да еще и более 38 тысяч квадратных метров новой тротуарной плитки выложили для всеобщего удобства. Гуляй, не хочу. Но не всем здесь рады. Велосипедистам по территории парка «Металлург» кататься категорически запрещено. Правильно сделали, что запретили тут ездить на велосипеде. Недавно на ребенка наехал велосипедист. Я считаю, что правильно сделали, что запретили. В парке много детей, а подростки летают на велосипедах на большой скорости. Это небезопасно. Недавно был случай, когда меня чуть не сбил велосипедист. Очень опасно. Велосипед бесшумный. Не знаешь, с какой стороны на тебя наедут. Запрещающие знаки езды по территории парка на велосипедах установила местная администрация. По их словам, причиной такого решения стал недавний случай. Под колеса велосипеда, мчащегося на большой скорости, попал 2-летний ребенок. Мы неоднократно просили местных подростков, чтобы они ездили немного медленнее, ведь здесь гуляют и дети, и взрослые. Но они не хотят слушать, поэтому нам пришлось установить запрещающие знаки. Решение администрации парка о запрете велопрогулок поддержало большинство граждан в социальных сетях. Многие активисты предлагают рассмотреть запрет езды на велосипедах в парках на законодательном уровне. Бахром Абдуллаев, Давран Абдиев, Асылбек Махалбаев, информационная служба телекомпании «Утрар».